Дорогие друзья, сегодня радостное событие. Хочу с вами поделиться. Принято решение по последнему дому обманутых дольщиков по ЖСК Федоровская 1. И у нас с вами вот этот огромный список, который должен был получить поддержку за счет средств федерального бюджета, закрыт. 101 семья получит денежные средства. И, конечно, это радует. Потому что, когда проблемы оставались нерешенными, тем более в такой сфере, как выплата компенсации, как оказание поддержки тем, кто залез в долги и оказался без жилья, не могло не беспокоить. Вот сейчас, можно сказать, мы с вами эту проблему решили. Осталась часть домов, которые должны быть достроена, и помощь должна быть оказана со стороны регионального правительства. Мы с Валерием Васильевичем Радаевым обсуждали этот вопрос. Он сказал, что проблемы будут решены. Эта тема у него на постоянном контроле. Он постарается сделать все для того, чтобы как можно быстрее эта проблема была решена. Я надеюсь, что больше у нас обманутых дольщиков не будет. И делая свой выбор, необходимо быть более осмотрительными. А нашим чиновникам правительства Саратовской области, мэрии города Саратова, других городов Саратовской области хочу пожелать одного. Ответственнее относитесь к своим обязанностям и делайте все для того, чтобы у нас не было обманутых дольщиков. Во многом они появились именно из-за ваших действий, из-за того, что это все не только пустили на самотек, но и где-то способствовали появлению этой проблемы. Надеюсь, что этого больше не будет.